Ты собираешься идти в таком виде? Что люди скажут? Твое лицо бледное, а глаза опухшие, как будто ты только что встал с постели. Не-не, ты должна хотя бы косметику использовать. Всего чуть-чуть, никто не заметит. Ты что, на похороны идешь? Боже мой, что ты одела? Она делает тебя похожей на старуху. Ты хочешь, чтобы твои друзья смеялись над тобой? Что ты хочешь, чтобы они сказали о тебе? Ты не нашла ничего надеть, кроме маминой абайи. Ты выбери крутую абайю, которая идет тебе. Кто сказал тебе, что надо закрывать полностью волосы? Опусти чуть-чуть. Ребята тебя не укусят. Теперь ты выглядишь так круто и красиво. И твой хиджаб, как и прежде. Да-да, сейчас я иду. Хиджаб, говоришь? Ха. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны.